Однажды я подарила Азану снежный шар. Может, вы его видели, он до сих пор его хранит. Проходи, мама. Я так рада тебя видеть. Смотрю, все хорошо? Да, даже очень хорошо. Не верится, что ты живешь в таком доме, несмотря на свой статус. Он же маленький для тебя, и на семейный дом он не похож. Мы же не настоящая семья. Так что нам подходит. Вы станете настоящей семьей, Чигла, так что не волнуйся. Каким образом? Как мы станем семьей? Как мы станем настоящей семьей, когда рядом ошивается Эсра? Даже ее снежный шар посреди дома стоит. Эсра повсюду, везде, куда ни глянь. Ну вот как мы станем семьей? Серьезно? Эсра, Эсра, Эсра. Мама, что ты делаешь? Зачем ты его выбросила? Азан разозлится. Я спасаю ваш брак. Да и ты не бойся Азана. Может, он даже не заметит, что шар пропал. Нет, у нас ничего не получается. Мы только оттягиваем неизбежное. Азан женился на мне из жалости. Мы вместе, потому что он просто сдержал обещание. В нашем браке нет смысла. Чигла, послушай, ты прекрасная женщина. Ты теперь замужем, и вы будете вместе жить. Обустрой это помещение, чтобы здесь чувствовалось твое присутствие. Немного Азана я все-таки знаю, и, похоже, он очень привязан к своему дому. Значит, почаще накрывай ему на стол, готовь еду, встречай его с работы каждый раз с улыбкой. Пройдет время, и Азан захочет найти уют в твоих руках. Поверь мне. Именно этого мне и хочется. У тебя все получится. Эсра для Азана давно в прошлом. Как и тот несчастный снежный шар. Ты построишь лучшие, крепкие и самые прекрасные отношения. Азан, привет. Я кое-что заказала, тебе понравится. Выглядит здорово, Чигла, но я уже поел, спасибо. Хоть немного, попробуй. Нет, спасибо. Ладно. Как хочешь. Почему он в мусорке? Я просто решила прибраться на полках. Увидела старые вещи и выбросила. Ты говорил делать, что хочу. Чигла, ты можешь обустраивать дом как хочешь, но не нужно выбрасывать мои вещи. Пожалуйста. Конечно. Я просто подумала, он старый. Он не старый. Он очень важен для меня. Я больше так не буду. Я пошел. Приятного аппетита. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.